Я рада приветствовать всех, кто решил изучать казахский язык вместе с нами. Ученые отмечают, что это один из самых мелодичных языков. И поэтому, занимаясь им, нужно внимательно слушать и слышать разницу в произношении. Казахский язык отличается от русского звуковым строением и законами произношения. Вот с этого мы и начнем. Итак, звуковой строй казахского языка. Прежде всего, нам необходимо познакомиться с системой гласных звуков. Их 9. Твердые гласные. А, О, О, О. И мягкие. Э, Ы, Ы, Э, Е. Присутствие мягкого или твердого звука в казахском слове определяет его звучание. Вот, например, в словах «дептер», «жете», «Узин» есть только мягкие гласные звуки, поэтому и слова звучат мягко. «Дептер», «жете», «узин». А в словах «алакан», «сабан», «шанга» твердые гласные, поэтому и звучание этих слов твердое. «Алакан», «сабан», «шанга». Слова в казахском языке могут быть или твердыми, или мягкими. Пожалуйста, запомните. Хочу обратить ваше внимание и на то, что очень важно правильно произносить специфические звуки в казахском языке. «Н» – песня, а «ан» – зверь. «Тан» – утро, а «тын» – ночь. Как вы видите, от произношения зависит смысловое значение слова. И поэтому в конце урока я еще раз хочу напомнить, как звучат гласные звуки казахского языка. Твердые – «а», О, О, О. И мягкие звуки. Э, В, Э, Э, Е. На сегодня все. Сау болыңыздар.